Всем привет! Неожиданно праздничный у нас Леруа Мерлен, нарядный. Таким я его практически никогда и не вижу. Море, просто море мультифлор. Но они тут два вида. Вот такая. Денибола и белое яблочко. А нет, вот еще вот такие есть. Но она, наверное, одна. Так, где ценник? Странно написано на ценнике 12 горшок, а горшки девятка. Странно, очень странно. Не понять, то ли беглип, то ли нет. Очень красивая губа такая. Но нет, нет, вот этот вроде бы как большая губа, биг губа. Эти орхидеи, вот ценник. Они прям в коробочке. Вот точно такая же есть у меня дома. Не знаю, с названиями или нет, не буду шуршать, доставать. Масштабы, масштабы. Я люблю, когда масштабно все вот так. Вот много-много-много. Таблеток от жадности, да побольше. А уж цветоносы с бутонами, это вообще захватывает дух просто. Маунтион. Высокие, очень высокие цветоносы. Шикарные орхидеи. Блестит плохо, конечно, что блестит все. И приятно, что Леруа украсил витрину. Не просто на троллях, а прям украсили. Ну и шарики. Шарики, фонарики я очень люблю. Перейдем сюда. Я не буду выключать камеру. Масштабы, масштабы показать. Масштабы счастья о мечей. Мы очень долго ждали, когда же будет глобальный завоз. Много-много всего. Чтобы просто глаза разбегались. Чтобы зашел и потерялся. Забыл про время. Прям пушистенькие такие краешки. Мы обойдем по кругу. Дендрофаленопсис микс. Цены не вижу. Может, с той стороны там посмотрим.
красавица Polar Fire. У меня цветет просто не переставая. И на 2 цветоноса, и на 3. Thailand Black сейчас тоже дома цветет. И чем пышнее куст, тем пышнее цветение. Проверено на своих, на собственном опыте. Вот таким строем стоят гусары. Это красавчики Мауди. Мауди цены тоже не вижу. Может, с той стороны, конечно. Посмотрите, какие хорошенькие. Они к празднику явно готовы. Очень легкие, просушенные. Нужно брать домой. У меня теперь Мауди есть дома. Ну и листва, листва. Даже через целлофан, смотрите, какая яркая. А дома мрамор. Заглядываем. Красотки Мельтоши, да что такое, цен нет, наверное, с той стороны. Мельтошечка, прости, прости, я тебя переверну. Ой, как я наслаждаюсь. Так хочется вам это настроение передать. Камбрии тоже цен нет. Все, будем с той стороны смотреть. Боже, какой пышный букет. Это что-то с чем-то. А мечи прям приглашают. Это такое наслаждение, это такой восторг. Крашенки. Ну, куда же без них. Проходим и... Королевы, просто королевы. Это цимбидиумы. Я бы с удовольствием все это вытащила и вам показала, но если я начну это делать, видео затянется на часы. У меня аж рука дрожит от счастья, мне кажется. Темный все-таки вытащить, что ли? Желтенький, какой он прям нежнятина. Много цимбов, прям много. Тоже нежность сама, крупный цветочек. Не знаю, я и тут цены не вижу, и с этой стороны. Странно, как так без цены. Нет, нету цены. Крашенки проходим.
Ну, вон все ходят, разводят руками. Где цены, непонятно. Не я одна такая, значит. Нет, ложки, а вон беленькая. Бог ты мой, какая крупная. Гусарчики, это мы с той стороны смотрели, они с этой стоят. Микс дендров и линопсисов. Он не сильно разнообразный, но выбрать можно. И нобели. Нобели мы вот такую с вами смотрели, а вот такой нет. Хорошо, что он выглядывает, мы прямо ярко рассмотрим. У меня нобели нет ни одной, только вот так хожу, люблюсь. Шикарный подарок, конечно, смотрите. Букет. Новенькие ростики, все замечательно. Настроение праздничное. И еще я вам сейчас одно место покажу с орхидеями. Просто глаза разбегаются. Но на видео, конечно, сплошные целлофаны. Сейчас мы ближе посмотрим. Вот какая-то интересная орхидея. Вот это как-то похоже даже на бабочку. Я знаю, что у нас девочки любят многие бабочек, но защипов нет, просто окраской похоже. Вообще орхидея необычная, очень даже. Смотрите, губа какая у нее. Два цвета носа. И корни хорошие. Листики не в крап, нет. Меня, конечно, как магнитом тянет вот сюда. Это красотка Рим. Рима много-много-много-много, высокий. Ну вот корни приказали долго жить. Орхидеи вообще без корней на витрине. Да, их много, но им бы еще и корни. Ну и спустимся вниз, глянем, что здесь. Вот эти вот ажурные. Смотрите, сколько бутонов. Прелесть какая. А это темные. Тоже так море-море бутонов. Они, смотрите, полосатые, до меня только сейчас дошло. Темные. Вот ряд желтых. Монтрё? Нет. Мне кажется, нет. Очень сильно блестит целлофан. Море бутонов и вот эти красавицы. Обожаю их. Thank you.
Да, не люблю я так снимать. Целлофаны мешают. А вот ставят ценники. А вот красавицы Ванды. Ванды в стекле. 3,990,80 цена. Но это не Ванды, это аскоценды, скорее всего, невысокие. Корней много, в стекле. Если что, пишите. Она и не падает вроде бы, но все вот эти елочки желтые стали. А нет, вот это же желтые стали. Вот это не все так. Красота, я аж замерла. Пошли сюда, там тоже есть вот туда. А? Беленькая одна, ванд много. Аскоцент. Все мы посмотрели. Без подарка никто не останется. Уже вот такая вот суета предпраздничная. Это, конечно, очень приятно. Ну а с вами не прощаюсь. Море вам орхидей. Пока-пока.